Для Надежды Пашниной садоводство не просто хобби. Своим увлечением она заразила и соседей. Жилищный комплекс сдали 2 года назад, и сразу новоселы взялись за озеленение придомовой территории. Разбили клумбы, высадили цветы. Приехала сюда, посмотрела, батюшка, некуда глаз положить. Я взялась за цветы, покупала, садила, поливаю. Теперь же здесь загорелись новые идеи высадить сад. Глава Анапы не так давно объявил общегородскую акцию по озеленению курорта. Призыв главы лег на благодатную почву. Так бы каждый двор вышел и посадил по одному дереву. У нас бы был тут город-сад бы, город-лес был бы, зеленый город был бы. Надо этим заниматься. Сегодня здесь с самого утра полным ходом идет высадка зеленых насаждений. Береза, акация, клен, черемуха, туя. Более 16 видов деревьев. Жители очень берегут свой уголок, который называют радужным. На субботники выходят целыми семьями. Я здесь живу и хочу, чтобы у меня был облагорожен двор, и чтобы была зеленая зона, чтобы можно было выйти летом, подышать, посидеть, прогуляться. Это наш дом. Сюда приходят наши дети играть, внуки. Поэтому хочется, чтобы красиво было. Даже каждый вот выйдет с дома, посадит по маленькому цветочку, и представляете, сколько красоты будет. Но не все это понимают. На этом они останавливаться не собираются. Уже совсем скоро в их домашнем сквере появятся новые питомцы. Жители решили высадить у себя во дворе голубые ели. Руслан Душевский, Анапа регион.